Мне сооружение интереснее. Ну, это все реалистично, как говорят. Что интересно, залазили и сорки, и колонки, как только вот это сделали, она стоит на железной плите. И подперты железными этими. И они не могут никак попасть. Уже лет 15 стоит и неповрежденная. А голуби в основном у меня вот на этой вот голубятине. А там вон сооружение, вон та балерина там, как-то залез, 6 пород было, вырезал в одну ночь всех. Это кто? Косолонок. Это разбойник, он не то что съел, а просто душил их. Такой паразит. Шарик, пошли домой, а? Ты тянешь. Ну куда тянешь-то, а? Ой, ой, свет взял, свет. Шарик, пошли. Они работу свою делают, а мы свою. Глянь, сколько эти. Ну, радуются жизни. Пишут, как они. Ну, слава Христу.